Разрешите представить вам материал к массовому открытому курсу по дисциплине «Модификаторы и отходы промышленности в производстве бетонных и керамических материалов» для образовательной программы производства строительных материалов, изделий и конструкций. Данный МОК разработан на архитектурно-строительном факультете кафедры «Строительные материалы и технологии». Автором и лектором является доцент кандидат технических наук Серова Роза Фаиковна. Я хочу представить вам краткий курс для дисциплины «Модификаторы и отходы промышленности в производстве бетонных и керамических материалов». Во время изучения данной дисциплины вы ознакомитесь с бетонными и керамическими материалами на основе отходов металлургии. По плану нам будут рассмотрены следующие подразделы. Это введение, металлургические шлаки, вяжущие вещества с использованием отходов металлургии, шлаковые наполнители, заполнители бетонов на основе шлаков, бетоны с содержанием шлака и изделия керамики с применением отходов металлургии. Целью лекции является ознакомить студентов с разновидностями отходов металлургической промышленности, а также дать знания по использованию отходов металлургии в производстве строительных материалов. В металлургическая промышленность ежегодно дает около 50 миллионов тонн шлаков, и это главным образом доменные шлаки, а также мартеновские, вагранные и другие. Так, при выплавке чугуна на каждую тонну основной продукции получают от 500 кг до 1 тонны шлака. Если оценить выход не по массе, а по объему, то шлака получается в 2-3 раза больше, чем чугуна. Поэтому называть шлаки отходами можно лишь условно. В сущности, это не отходы, а тоже ценный попутно добытый продукт. Использование шлаков в производстве бетонных и керамических изделий позволяет решить одновременно несколько важнейших задач: обеспечить экономию природных сырьевых материалов и топливно-энергетических ресурсов, повысить эффективность производства, улучшить экологический баланс каждого региона страны, сократить отвод хозяйственно пригодных земель под отвалы, так как большие затраты на вывозку шлаков и содержание огромных отвалов приводит к удорожанию металлургической промышленности. При изучении данной темы вы можете ознакомиться с следующими подразделами. Это металлургические шлаки. Шлак – это расплав в металлургических плавильных процессах, покрывающий поверхность жидкого металла, состоит из всплывших продуктов пустой породы с флюсами. Также можете ознакомиться с таким подразделом, как вяжущие вещества с использованием отходов металлургии, также бесклинкерные шлаковые вяжущие. Это продукты тонкого измельчения шлаков, которые содержат добавки, активизаторы их твердения. Шлаки способны самостоятельно твердить при нормальных условиях и лишь при существенном содержании в них гидравлически активных фаз. Шлаковые наполнители. В данном разделе описаны различные шлаковые наполнители. Описаны также их нормы и показатели. Примеры асфальтобетон, также заполнители бетонов на основе шлаков. Существует такой заполнитель, как шлаковый щебень. Подробнее вы можете ознакомиться с ним на данном слайде. Также вы можете ознакомиться с физико-механическими свойствами шлакового щебня на различных шлаках, таких как доменный, плотный, доменный пористый, мартеновский, конвертерный, медиплавильный и фосфорный шлак.
Также при изучении данного раздела вы можете ознакомиться с различными бетонами, которые содержат металлургический шлак. Это шлакобетон, различными изделиями из шлакобетона, силикатный бетон, также с изделиями из различными изделиями из силикатного бетона. Это вот плиты перекрытий, ограждающие панели, ригели, стеновые блоки, балки, и чистый бетон. Также вы можете ознакомиться с керамическими изделиями с применением отходов металлургии. Например, как вот тут вот изображено известковый шлаковый кирпич. К данному разделу были подготовлены контрольные вопросы, материалы из отходов металлургии, общая характеристика отходов металлургии, вяжущие материалы на основе металлургических шлаков, заполнители из металлургических шлаков, бетоны на основе металлургических шлаков. Также на данном слайде представлен для ознакомления список литературы.